Корчина, ты моя корчина. Друзья, всем привет. Сегодня обзор DV160KXL. Супер качественный, новый, универсальный трактор, который фактически вам заменит любой мини-трактор, только вдвое-втрое дешевле, с навесным механизмом в комплекте, фреза. Паух, друзья, вот если кто-то так, вот такое вы говно слышите от каких-то там продавцов, то можете, не знаю, отписываться, на них кидать там жалобы, ну, типа, блокировать, подписывать там. Обманщик. Вот, не будем ругаться, не будем ругаться в ролике. Но тем не менее. Все-таки, если вы позвоните сейчас в любой магазин, спросите самый дешевый мини-трактор, вам предложат, скорее всего, в этой. Вот, как бы особо даже спрашивать не буду, там вам, но нужно вам сколько там у вас земли, еще что-то. Ну, надо самое дешевое это. Берите такое. Люди покупают потом вот такого корча, а потом делают обмен, потому что как бы у них 10 гектаров, а им там рассказывали, что он там может. Ну там прям сейчас пол огорода, ой, пол села перепашет. На самом деле, в формате небольшого помощника для каких-то подсобных задач. При всем своем ущербном виде и при всей своей конструктивной несовершенности, которая может быть там, да, за 1850 условных единиц, за новую технику, это чудо все-таки может. То есть, как бы, если у вас там огород, вам тягать прицеп, ну, грубо говоря, у вас есть мотоблок, но вам тяжело с ним, потому что у вас спина тупо болит. Вот, и у вас там еще чуть-чуть земли добавилось, там, потом, еще 50 соток откуда-то у кого-то. Вот он, потому что тут 4 колеса, вы сидите, передачу воткнули, втыкается отлично. Кстати, на 160-ке при своей нагрузке на 16-сильный мотор не рвет вот эту, 15-сильный, простите, не рвет вот эту коробку, потому что она тоже рассчитана там 15, то есть мотоблоки есть тоже, 15 конячек, и для нее это нормально. Вот, показывает себя достаточно прочной такой конструкцией, конечно, если ее не насиловать и не издеваться. Вот. И уже там все какие-то доп-плюшки, трубы, генераторы, стартеры там есть, гидравлика. То есть, как бы, все то, что вам нужно будет все равно покупать, если вы будете делать с мотоблока мини-трактор. И если вы будете все это брать новое, вам, в принципе, выйдет, наверное, ну, не столько же, но, как бы, тоже нормальных денег. Вот, то есть, вот такое чудо инженерии восточной на данном видео. И на самом деле, с таких вот простых, самых маленьких таких тракторов для огорода, повторюсь, это один из самых таких нормальных. Вот, если у вас там от 2 даже гектаров, да, то вы даже не смотрите вот в эту сторону, вот реально. Просто вот кто вам будет предлагать там, или у вас, если у вас неровная местность, если у вас горы, к примеру, склоны, вы на склоне работаете, вот, даже можете сразу свалить нахер вот всех просто торгашей, кто вам будет предлагать мототрактор на ремнях, без полного привода, на склонах пахать двухкорпусным плугом. Вот, просто в жопу их свать, вот и все. Вот, но в формате просто степи, обычных каких-то, там, обычной деревни, обычного огородика, чтобы как бы не горбатиться. Тут и гидравлика там поднимает, там, 240, по-моему, кило. И есть уже там рама какая-никакая, колеса какие-никакие. Вот, тем не менее, все это установлено, все это подключено, все это как кое-как настроено, есть какая-никакая электрика, поворотники, при желании, при необходимости, это все даже можно зарегистрировать, официально поставить на учет, на номера, и на этом всем прекрасно себя чувствовать, кататься там по проезжей части, по дорогам общего пользования, вот, потому что это официальная сертифицированная техника в Украине, ДВ, вот, и для своих задач это один из лучших, но в формате, если рассматривать его как трактор полноценный, который заменит вам там вот этот подъезжающий HP ДТЗ, то это, конечно, кусок металлолома, вот, и, соответственно, по весу тоже, ну, как бы, какой двухкорпусный пух, я вот его ногой так тыкаю, толка, видите, вот, он, конечно, не на передаче стоит, но тем не менее, он идет там 400-380, по-моему, в сухом виде килограмм его номинальный вес. То есть, ну, вот такая история, друзья. Покупай все DV160KXL.